Всем привет! У нас вчера прошел просто такой ливень, как ураган. Лил, как из ведра. Вот этот слив, который вот сейчас видно, да, на крыше моего курятничка. Вот этот слив воду сливал не вот сюда в бочку, а практически на центр вот этой теплица, где у меня живет летний, весенний, осенний сезон и индоутка. Просто даже никакого угла не было. Не могу сказать, что не 90 однозначно, нет, не 45 и даже 35 не было. Такой был ливень. И вот мои сегодня утки просто счастливы. Я тоже, кстати. Счастлива от того, что наконец-то хоть наступила какая-то прохлада. Свежо после ливня. Еще вот там на небе тучки. Солнце сегодня не выглядывает, слава богу. И мы этому очень рады. Вот покажу сейчас своих уток. Они здесь разных возрастов. Утки. Окрасы уток. Ой. Да? Девчульки, покажитесь во всей красе. Это с одной стороны, где вишня. Здесь что-то их мало совсем. Ну ладно, ругаться-то. Совсем с этой стороны мало. Это сторона, где яблони. Какой красивый окрас утка идет. Ну, иди ко мне, иди. За время жары покоцали немножко крылья друг у друга молодежь, совсем которая маленькая. Не совсем которая 35, а которая постарше. Ох. Вот так они и живут. Подросли уже все. Первые и вторые выводы мы уже, которые у меня были 1 марта. 28 февраля там было. 1 марта и потом где-то середина марта мы уже убрали. Кое-что купили. Утаков у меня красивые были, очень красивые, голубые. Уточка у меня вот такая, вот сейчас она здесь стоит, сейчас я вам ее покажу. Такой же был утак голубой. Вот у нас стоит голубая уточка. И такой же был красивый утак, его купили у меня на племя. Уехал в Одесский район Омской области. Такой вот так красавчик. Вот есть уточка. Если есть желающие, пожалуйста. Просто красотка. Утка. Я даже боюсь руку поднимать на них. Такие они красивые. Это мой селезень стоит. Вот тот большой. Большой и красивый. Папаша всего этого семейства. Все мамаши сидят на яйцах. А он теперь, старшее поколение уточек, пытается догнать. Но я пытаюсь отстоять уточек. Иногда этот селезень уходит в наказание в отдельное помещение, когда плохо себя ведет. Вот такая у меня красотка. Прям молодец, стоит, позирует на одной лапе. Если есть желающие такую красотку приобрести, пожалуйста, но только в хорошие руки. Я, если случайно узнаю, что птица содержится в недостойном состоянии, в неухоженных помещениях, я просто отказываю людям. Бывает такое. Бывает такое. Честно сказать, скажу, все продано. Сначала все спрошу, откуда, куда, зачем,
где, в каких условиях живет. А потом приношу свои извинения. Хоть я человек и прямой, но в этом случае лукавлю. Вот она опять же получается, что ложь во благо, да? Которую я не очень люблю, но я не считаю, что это ложь. Я просто не хочу продавать утку в плохие руки или утака. Мне люди потом присылают и слова благодарности, и фотографии, как они размещают своих птиц, вернее, моих птиц в своем хозяйстве. Меня это очень радует. Вот такие у меня утки, малютки. Ну вот, еще так тихо, спокойно стоит, пока между деревьями. Вот какой окрас. Сейчас попробую поближе ее. Они штрусливые. Бегут, как не знаю кто. Вот еще какая красавица утка. Просто сказка, а не утка. Да? Я такая красивая. Да, конечно. Такая красивая. Это утки я оставила. Те, которые... Несколько штук красоток 28 февраля вывода, ну, 1 марта, грубо говоря. Все, убежали. Ой, господи. Ну, вот так. Вот так они содержатся. Сегодня очень счастливы от того, что на улице благодать. Всем всего доброго и до новых встреч.